2014 года силу вступил федеральный закон номер 15 ФЗ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. При нахождении на территории вокзального комплекса строго запрещено курение, реклама и незаконная торговля табачной продукцией. Просим вас курить специально на определенных местах. Курение в поездах, дальнейшем следовании вагонов, в том числе там будет.